В июле родители вновь получат выплаты в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка от рождения до 16 лет. Напомним, поддержать семьи с детьми в условиях пандемии распорядился президент Владимир Путин. Это уже вторая выплата за последнее время. Она пришлась очень кстати многодетным родителям. В семье Королевых растут три сына. Во время пандемии многодетная семья оказалась в непростой ситуации. Детские сады закрылись, школы перешли на дистанционное обучение. Работы по дому у мамы прибавилось, а вот доходы резко сократились. Я работаю тренером по йоге. Тренажерный, фитнес, все спортивные сооружения сейчас не работают. И, соответственно, я осталась без работы. Я вот уже 3 месяца, грубо говоря, сижу дома и не получаю никакого дохода. Поддержка государства пришла вовремя. Куда пойдут средства, решили на семейном совете. Получили за всех троих в общей сложности 30 тысяч. Вот. Пока часть потратили на, ну, скажем так, обустройство дома. Остальную часть отложили, потому что у нас Миша идет в этом году в первый класс. Соответственно, его надо будет одеть, обуть, собрать, как говорится. Это тоже не маленькие средства. Вот. Вторую часть, соответственно, мы ждем. Я бы хотел бы отправиться в аквапарк. А я бассейн хочу. Единовременную выплату в 10 тысяч рублей получат все родители, опекуны, усыновители, у которых есть дети до 16 лет. Это пособие семьи получат автоматически. 10 тысяч выплачивается дополнительно к ранее принятым решениям по ежемесячной выплате. Это на детей от 0 до 3 лет и единовременной выплате от 3 до 16 лет. Для получения этой выплаты гражданам заявление писать нет необходимости. Органы пенсионного фонда по всем тем документам, которые ранее граждане представляли для получения ежемесячной выплаты, либо единовременной выплаты, пенсионный фонд будет принимать решение и будет формировать выплатные документы. Тем, кто пока не обращался за пособиями, необходимо сделать это дистанционно или через отделение пенсионного фонда до 1 октября. Выплату за июнь и июль они получат одной суммой. Наталья Мальчикова, Николай Скворцов, Республика.